Несколько недель назад Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за Барри Алибасова. Пара зарегистрировала отношения в Кутузовском ЗАГСе в Москве. Правда, поздравить молодоженов не пришел практически никто из родственников, как с одной, так и с другой стороны. Федосеева-Шукшина неоднократно говорила, что у нее напряженные отношения с близкими. Ранее актриса судилась с внучкой, Анной Трегубенко, на которую написала доверенность на квартиру в Санкт-Петербурге. Девушка недвижимость продала, а вырученные деньги, примерно 8 миллионов рублей, решила оставить себе. Эта ситуация, разумеется, не устроила Федосееву-Шукшину, она обратилась в суд, но решение было вынесено в пользу Анны. С дочерьми Анастасией и Ольгой у актрисы также сложные отношения. Так, в программе «Новые русские сенсации» Лидия Николаевна рассказала, что в свое время потеряла право опеки над старшей дочерью. Актриса собирала документы и обращалась в суды, но Анастасия сама решила, что после развода родителей, хочет жить с бабушкой. Судьба старшей наследницы актрисы сложилась непросто, в свое время она отсидела в тюрьме за незаконную транспортировку наркотиков. Сейчас Анастасия живет в Египте, наладить отношения с матерью за все эти годы ей так и не удалось. «Я, возможно, должна была позвонить, спросить, как ты себя чувствуешь. Но в то же время мне не хотелось позвонить и услышать, а что ты сюда звонишь? Вот я почему-то ждала такой реакции. Я единственное скажу, мам, нам надо встретиться. Я не буду говорить больше ничего», — обратилась Анастасия Воронина Франсишку посредством эфира к звездной матери.